Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій, радий бачити в нашій студії депутата Одеської обласної ради Віктора Баранського. Пане Вікторе, вітаю, добрий вечір. Здравствуйте. Хотілося б поговорити, ми зустрічаємось напередодні місцевих виборів. Зрозуміло, чому буде присвячена розмова, з чим йде окремо Віктор Баранський, його команда, «Опозиційна платформа «За життя». Але все ж таки перше питання хочу поставити. Сьогодні президент звітував перед Верховною Радою, і там, звісно, він згадав і вибори місцеві. А на місцевих виборах наші містяни будуть отримувати не лише 4 бюлетені, а й опросник, скажімо так, від президента Володимира Зеленського. Він ставить 5 питань. Знаю, що дуже скептично є відношення до цього міні-референдуму. Для чого це робиться, Вікторе? Ну, на мой взгляд, вот этот так называемый опрос – это не что иное, как банальный популизм. Потому что, во-первых, те вопросы, которые задает президент, который президент якобы пытается спросить у людей, они зачастую имеют слабое очень отношение к реальности. Во-вторых, сама юридическая сила вот этого вот опроса, она стремится к нулю. Потому что ведь когда он шел в президенты, он что обещал? Народовластие, что ключевые вопросы будут решаться на референдумах. Так у меня вопрос, а почему тогда продажа земли, самого ценного, что есть в нашей стране, решение о продаже земли принимало монобольшинство слуг народа и подписывал президент. Без референдума, без того, чтобы спросить мнение людей. А знаете почему? Потому что он прекрасно знал, что люди категорически против такого шага. Но тем не менее, в угоду западным хозяевам, они это решение протащили и приняли. А сейчас они нам рассказывают про какие-то опросы, про какую-то, что, дескать, они их волнует мнение народа. Ребята, да если вас интересовало мнение народа, вы бы проводили бы референдумы по ключевым вопросам, как продажа земли, как размещение сейчас, они хотят подвести, чтобы размещать иностранные базы на территории Украины. Вот. А ваши эти опросы никакой юридической силы не имеют, это во-первых. Во-вторых, все мы прекрасно знаем, Виталий, как некоторые социологические фирмы формируют результаты того или иного соцопроса по желанию заказчика. И у меня вообще возникает вопрос, а кто, собственно, финансирует вот этот соцопрос? За какие деньги? Если «Слуга народа», партия «Слуги народа» такая вот чистая, как они рассказывают, хотя мы все прекрасно понимаем, что они погрязли в коррупции по уши, но они же называют себя чистыми. Так откуда деньги на соцопрос? Знаете, сколько стоит соцопрос, чтобы провести по территории всей страны? Это сотни-сотни тысяч долларов. Цифра приближается к миллиону долларов. Стоимость вот этого вот соцопроса, который они проводят. Кто финансирует этот соцопрос? Почему не раскрываются источники финансирования? Если источники не раскрываются, так это тут уже попахивает коррупционным деянием. Вот, на мой взгляд, тут очень много есть над чем поработать правоохранительным органам. Да? А то, что это не что иное, как популизм, еще и за какие-то непонятные средства, потому что госбюджет не выделял на это деньги. Это самый обыкновенный популизм, это людей, он пытается людям таким образом замылить глаза, показать, что его волнует мнение людей, хотя оно его не волнует. Если бы оно его волновало, он бы перед ключевыми вопросами, как земля, как иностранное присутствие на территории нашей страны, он бы спрашивал мнение людей на референдуме, на законном способе, где будут работать выборчие комиссии, где будут наблюдатели, и решение которого, решение референдума, имеет юридическую силу. Они вот этот вот фуфел, которые нам пытаются сейчас втюхать вот эти вот слуги, понимаете, так называемые. Под выглядом уже этого референдума. Да, под выглядом референдума. Никакого это просто банальный обман. У нас люди умные, у нас люди образованные в городе Одессе и в области. И они все прекрасно понимают и видят, каких пытаются оболванить. Никто за ваших слуг... Слуги, никто за вас голосовать не будет, ничего вы не наберете. Люди уже поняли, что вы их обманули и предали. Ну, ось така позиція Віктора Баранського. Ви стверджуєте, що люди не будуть обирати саме цю партію, але потрібна альтернатива. Наскільки я розумію, у вас є з чим йти до людей, відбуваються зустрічі, і ці зустрічі потім якось матеріалізуються в програму. Програму – це не порожній аркуш, щось потрібно пропонувати людям і якось це потрібно реалізовувати. Отже, основні моменти, з якою Віктор Баранський, його однодумці, планують да, працювати. Основні моменти. Во-первых, мені дуже приємно говорити о тому, що я був, є і буду членом політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Наша політична сила ніколи
не обманывала, не предавала избирателей. Мы системно, планомерно отстаиваем интересы Юго-Востока Украины и в целом жителей всей страны. Мы отстаиваем право людей говорить на том языке, на котором они хотят разговаривать. В данном случае на территории нашего города и нашей области подавляющее большинство людей говорит на русском языке. И люди должны иметь право свободно общаться и в сфере обслуживания на русском языке, и обучать своих детей в школах на русском языке. И не только на русском, собственно говоря. У нас ведь очень много на юге области, если мы уже говорим про область, и болгарских сел, и молдавских сел, гагаузских. Людей, это национальности, которые тоже хотят иметь возможность обучать своих детей и разговаривать, в том числе и в сфере обслуживания, на том языке, который для них родной. И то, что начал Порошенко, и то, что продолжает власть слуг народа, это системное уничтожение русского языка и вытеснение русскоязычного населения. Это, к сожалению, противоречит не только Конституции, не только Европейской хартии языках, которая и Конституция, и Европейская хартия гарантируют каждому жителю русскоговорящему право говорить на родном языке. Но это еще и противоречит здравому смыслу. То есть он в угоду, все эти слуги в угоду своим хозяевам ущемляют русскоязычное население. Наша политическая сила всегда планомерно, системно и в Верховной Раде, и в Конституционном суде отстаивала права русскоязычных. То же самое касается свободы вероисповедания, когда притесняется право людей ходить в ту церковь, которая им близка, Украинскую православную церковь. Мы отстаиваем интересы православных людей, которые являются прихожанами Украинской православной церкви. Мы отстаиваем настоящую независимость нашей страны. Ведь то, что началось при Порошенко и продолжается сейчас при слугах народа, это не что иное, как сдача национальных интересов. Это продажа земли, это продажа ключевых госпредприятий, это вот иностранцев, наблюдательные советы в иностранные предприятия. Наша политическая сила всегда отстаивала и боролась за интересы украинцев, чтобы Украиной управляли украинцы, а не какие-то там варяги непонятно откуда. И в этом наша системность и последовательность. Теперь, что касается городского совета, областного совета и так далее. Мы идем в город большой командой. У нас кандидат от мэра на сегодняшний день по всем соцопросам выходит во второй тур. Это Николай Леонидович Скорик. Это кандидат оппозиционной платформы «За жизнь». У нас большая команда депутатов в городской совет. По всем соцопросам мы набираем не менее 20-25%. В городской совет. Там представлены люди совершенно разных и ключевых профессий. Это юристы, экономисты, предприниматели, люди, которые действительно знают и понимают, как управлять страной, в отличие от некоторых слуг, которые там на самокатах по своим кабинетам катаются. У нас команда специалистов и профессионалов, которые знают, как выполнить чаяния жителей нашего города, нашей области. У нас ведь, знаете, у нас бюджет развития города составляет практически 7 миллиардов гривен. Ежегодный бюджет развития. Это то, что остается чистыми после выплат всех зарплат. И все эти деньги должны идти, не расходиться по карманам чиновников, которые сегодня оккупировали городской совет, мэрию нашу. Они должны идти на благо людей. А люди сегодня нуждаются не в таких сложных вещах. Помимо возможности разговаривать на родном языке, люди хотят иметь качественное сегодня качественное медицинское обслуживание, совершенно верно. Нормальную социальную сферу, помощь. Ведь государственная власть, зеленая власть, ведь сегодня забыла про пенсионеров, про малообеспеченных людей. А мы, имея городской бюджет, можем обеспечить им доплаты в несколько тысяч гривен ежемесячно всем малообеспеченным пенсионерам, всем тем людям, которые так остро в этом нуждаются. Мы можем обеспечить дома не только ОСМД, а кооперативные дома в том числе, и ЖЭКовские дома дополнительным финансированием, чтобы они могли сегодня перекрыть крышу, могли поменять трубы, привести в порядок свои парадные, придомовую территорию. На все это деньги есть. 7 миллиардов гривен – это огромная цифра. Это в пересчете, если на каждый район, мы получим практически 2 миллиарда гривен на один район. Вы вдумайтесь, это колоссальные деньги в год. Это колоссальные деньги. На них можно сделать очень-очень много. И наша программа, вот мы начали это делать в Киевском районе еще несколько лет назад. У нас была программа «Помощь нашему дому», где мы помогали и менять трубы, устанавливать счетчики тепловые, электросчетчики, газовые счетчики, помогали
Юридическое сопровождение совершенно верно. Да, потому что это все делалось не только за деньги, там, наши деньги, это делалось в том числе, мы заставляли чиновников выполнять свои задачи, заставляли чиновников делать то, что они должны делать по закону, а именно заботиться о нормальном состоянии домов и придомовых территорий, наверенных им, ну, жековских домах, если сейчас говорю. Вот. Мы планируем выдавать каждому СМД не менее 200 тысяч гривен ежегодно вновь созданному. Кооперативным домам предусмотреть помощь. В общем, все то городское хозяйство, которое уничтожается сегодня из-за коррумпированности местных чиновников, из-за просто разгильдяйства и без вот такой вот безответственности. Потому что, знаете, вот, например, потекла какая-то сток, водосток, потек, его починить там 1000 гривен надо, понимаете? А из-за того, что сидит какой-то начальник ЖЭКа, которому плевать он хотел на всех нас, понимаете? Он этот водосток не меняет, потом вода течет, начинает попадать фундамент, начинает потапливать, дом начинает просаживаться и начинает рушиться. Его срок службы сокращается на 10-20 лет. Из-за одного какого-то несчастного неэффективного менеджера, абсолютно я с вами согласен. Так вот, у нас есть команда эффективных управленцев, у нас есть команда эффективных не только депутатов, а и людей, которые способны возглавить профильные департаменты в городском совете, исполком, ЖЭКи в том числе. То есть мы идем с мощной командой, с пониманием, что мы хотим, для чего мы хотим, чего от нас ждут люди. Мы постоянно встречаемся с людьми, находимся с ними в коммуникации. И все вот эти вот чаяния, их, которые я сейчас перечислил, ну и не только они, там еще вопрос острый на безопасность сейчас стоит, потому что, к сожалению, из-за того, что слуги народа нашу страну в бедность погружают, у нас преступность растет. И огромный вопрос на безопасность. Я считаю, что городской бюджет тоже должен предусмотреть. Увеличить. Хотя бы светли в улице повыйти будет. Конечно, конечно. Освещение уличное, да. Это как раз тоже касается придомовых территорий, межквартальных проездов. Абсолютно с вами согласен. И на все это есть на сегодняшний день ресурс. Просто надо перестать грабить, как это делают слуги народа, как это делает действующая городская власть. Надо перестать грабить и наконец-то начать думать о людях. Наконец-то начать думать о том, как уже работать на благо родного города, а не разворовывать, растаскивать и кататься на самокатах по своим зеленым кабинетам. Таке важливе питання у місцевої влади, чи то у мера, чи то у депутатів, я маю вже про майбутнє скликання, повинна бути взаємодія з владою центральною. Ну, тобто підтримка народних депутатів, підтримка уряду, це потрібно якось вибудовувати, щоб не було так, що цей регіон, там не наші друзі зайшли во владу, прийшли во владу, до влади, ми не будемо їм допомагати. Потрібно шукати діалог. Це ж важливо, Вікторе. Да, и наша политическая сила как раз имеет возможность, в отличие от местных всяких партий, которые там сегодня популярные местные городские партии, которые сегодня рассказывают, что они тут сейчас золотые горы сделают. Так, во-первых, эти партии не имеют представительства в Верховной Раде, они не имеют лобби в Верховной Раде, в отличие от нас. А мы имеем достаточно мощное, практически 50 народных депутатов в Верховной Раде, это члены партии «Оппозиционная платформа за жизнь». И это люди, которые сегодня лоббируют интересы своих избирателей и будут лоббировать интересы вот тех городов и областей, где сегодня мы получим на ближайших выборах, где мы получим представительство, ну, ключевые руководящие должности. Естественно, с поддержкой, при условии поддержки наших земляков, жителей нашего города и области. Вот. А местные партии не могут обеспечить такую возможность. Более того, они на протяжении 5 лет грабили наш город, застраивали его этими монстрами бетонными, уничтожали парковые зоны. И делали, в общем, все те вещи, которым необходимо в ближайшее время положить конец. И я уверен, что мы конец этому после этих выборов, как только мы получим с помощью наших земляков, с помощью жителей нашего города и области, как только мы получим мощное представительство, мы положим этому бардаку конец. Этим зеленым джунглям, этим каменным эксплуатации нещадной инфраструктуры. Мы предусмотрим финансирование на строительство новых детских садиков, школ, на реконструкцию домов масштабную, на освещение улиц и так далее, и так далее. На все эти вопросы, которые сегодня так беспокоят жителей нашего города, и которые они мне сегодня, мне и моей команде, и нашему кандидату в мэры Николаю Скорику озвучивают на личных встречах во дворах Киевского района и всего города Одессы. А еще-таки останнє питання, Вікторе, нема у одеситів такого настрою, що, ну, вибори, чергові вибори, а що зміниться, якщо я прийду, не піду на вибори, за мене все вирішить.
Чи є бажання все ж таки йти на вибори? Що... Надо йти на вибори. Послушайте, надо йти на вибори. Кожен голос рішаючий. Це правда. И надо идти на выборы, необходимо голосовать за оппозиционную платформу «За жизнь», за единственную политическую силу, которая отстаивает права одесситов и всех жителей нашей страны, в том числе. Необходимо идти, необходимо голосовать. И если мы хотим, а мы хотим, я лично хочу положить конец этому разворовыванию нашего города, который делает... которая совершает действующая власть. Если мы хотим положить конец вот этой вот зеленой власти, которая сегодня всю страну уничтожает и пускает просто на распродажу за гроши. Если мы хотим честную, порядочную и профессиональную власть, которая будет защищать интересы наших земляков, жителей нашего города, жителей нашей области, то необходимо приходить. Я призываю вас, придите в это воскресенье, проголосуйте и отдайте свой голос за единственную настоящую украинскую партию, партию одесситов, в партії українців, це опозиційну платформу «За життя». З вами був Віталій Хемій. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». До наступних зустрічей в ефірі.